Душевой уголок «Динкель» состоит из нескольких элементов – двери и обратной панели. Каждый элемент с завода поступает в отдельной коробке. Конечно, хотелось бы, чтобы все транспортировки проходили максимально бережно, но в наших реалиях стопроцентно рассчитывать на это не приходится. Произойти может все что угодно. И мы решили проверить, насколько прочна сама конструкция душевого уголка и насколько грамотно сделана ее упаковка. На коробку может быть оказано неожиданное давление. Например, кто-то наступит. Или она может упасть. Мы пошли дальше, а пусть на нее наедет настоящее транспортное средство. Мотоцикл вместе с мотоциклистом весит более 200 килограммов. Итак, проверим. Коробка, конечно, подмялась, испачкалась, но что же с нашим содержимым? Оно целое. Испытания упаковки пройдены на отлично. Давайте приступим к сборке нашего уголка. Это сборная конструкция, в основе которой анодированный алюминиевый профиль и закаленное прозрачное стекло 8 мм. И посмотрим, как он в собранном состоянии поведет себя в процессе наших испытаний. Пока идет сборка, давайте обратим внимание, что в комплект входит набор для быстрого монтажа, а сам уголок может быть установлен непосредственно на пол или на поддон соответствующего размера. Сейчас мы просто имитируем стены и пол на монтажном стенде. В комплекте силиконовые уплотнители, а также силиконовый уплотнитель двери с магнитным замком. Роликовый механизм из латуни для установки двери будет закреплен на верхней направляющей. Дверь довольно тяжелая, почти 20 килограммов. А выдержит ли перекладина еще больший вес? Проверим. Для нашего теста мы пригласили спортсмена. Его вес около 80 килограммов. Смотрите, он легко может подтянуться на перекладине. Крепким мышцам — крепкая конструкция. У нас еще есть одно механическое испытание на стекло и конструкцию в целом. Стекло закаленное и должно выдерживать большие нагрузки. Наш приглашенный спортсмен — мастер спорта международного класса по боксу. Уж он-то знает толк в резких и четких ударах. Конечно, ни один производитель не будет рекомендовать использовать душевой уголок в качестве боксерской груши, но вдруг что-то пойдет не так. Сама конструкция реагирует на удары такой силы, но она стоит. И стекло, оно целое. Ну что, в завершении эксперимент на герметичность силиконовых уплотнителей. Давайте мы попробуем наполнить кабину водой. В реальной жизни это никому и в голову не придет. Но мы же экспериментируем. Мы вызвали специальную машину. Чтобы дверь под напором мощной струи воды случайно не выбила, мы зафиксировали ее скотчем. Готовы к новой волне экспериментов? Но тогда задраит люки от винта. Обратите внимание, что стекло имеет покрытие Wasserschutz. Капли воды имеют минимальную поверхность соприкосновения со стеклом и быстро стекают. Таким образом, можно избежать образования известкового налета и облегчить уборку ванной комнаты. А что же происходит у нас с основным экспериментом? Силиконовые уплотнители делают свое дело. Прежде чем вода под давлением начала просачиваться, мы успели таки кабину наполнить. Ну что, сегодня мы роняли, давили, били, мочили душевой уголок серии «Динкель». Он, как стойкий оловянный солдатик, выдержал все испытания. Одним словом, боец. Но против лома нет приема. Разбить, конечно, можно даже закаленное стекло. И бьется оно на множество маленьких безопасных кусочков. Приступим. Возьмем острый тяжелый металлический инструмент. Пожарный багор вполне подойдет. А нет, давайте более острым концом. Ах так? Еще более тяжелая монтировка? Ну все, вызываем тяжелую артиллерию. Будем его крошить. Проверим? Ну что, на счастье.